Видеообзор на часы Casio. Имеются царапины на стекле. Их можно видеть. Ремешок целый. Скажите, у вас вот эти часы Tissot за 11900, они на батарейках или нет? Да. На батарейках? Так, это подсветка какая-то. Ну, это еще что-то меняет. Года, да? Меня не знаю. Ресурс батарейки мы никак не можем измерить. Какая батарейка будет, какой фирмы поставите, какой емкости, столько она прослужит вам. Что, кнопочки все рабочие, часики ходят, без коробочки.